waits for no man and ain't got time to shake your hand. Get that side check, put it in pockets like a sack. Здравствуйте, дорогие друзья, с вами я, Арза, и сегодня мы начинаем проходить мод «Путь человека. Шаг неизвестный за дежавю». Вот такое вот длинное название. Да, и вот мы очнулись. Вы тут с нами рядом некий Тимоха. Мы очнулись, тут вообще нас колбасило, вы сами видите как. И первое, что нам сейчас придется сделать... Это сходить к Сидоровичу. Ух. Мы тут еле бредем вообще. Вот, ну что ж, давайте пойдем к Сидоровичу, потому что если мы не поговорим с Сидоровичем, как бы, то мы, собственно, и не сможем больше тут ни с кем поговорить. Но у Сидоровича нас ждет сюрприз. У Сидоровича нет никакого диалога, вообще никакого. Весь смысл состоит в том, что если мы не подойдем к Сидоровичу, мы ни с кем не сможем поговорить. Поэтому идем к Сидоровичу, чтобы просто открыть диалог, и все. Есть что-то стоящее? Так, до встречи, и все. Купить мы ее ничего не сможем, ну, так как у нас 7 заходи. Рублей. Да. Возвращаемся в деревню. И вот, видите, сразу появился диалог. Может, поговорим? И тут здорово, сталкер, ну как оно? Хорошо, бывай. Но и все равно у этого чела должно быть задание, оно еще не появилось. Пока мы только можем просто вот поговорить. Как бы не расширенный диалог. А сейчас... Мы возвращаемся в деревню, и нам нужно обязательно поговорить с этим Тимохой. Тимох — это что-то типа болотного доктора. Вот, видите, мы с ним можем поговорить. Здорово, смотри аккуратно здесь, ты с грузовика смерти. Не часто у нас такие гости. Не волнуйся, я себя буду хорошо вести. Ладно, к Сидору не забудь зайти. До встречи. Что ж, давайте к Тимохе. Ох, как же мы плетемся-то. Ничего, сейчас нам Тимоха даст лекарство. Алкаш, как ни странно. Так, эй. Здорово, Тимоха. Что ты глядишь на меня? Хреново выглядишь, парень. Ну-ка, таблеточку выпей, поможет. Пей, не бойся. Давай, один хрен башка лопается. О, а вот наша таблеточка. Все, неплохо нам сразу стал так. Кто ты? Выглядишь чуть лучше, чем я. Я Тимоха, а ты тот из грузовика смерти? Ух, повезло тебе, парниша, что жив остался. Получал тебя, выпить нету. Так, выпить нет, нету. Так, короче, типа то, что ты алкаш. Тут, в принципе, в этом диалоге нет ничего интересного. Он такой, даже без намека на какое-то задание. Но вот дальше... Так... Короче, нам рассказывает то, что у него была жена, но она заболела и умерла, и плюс у него еще был сын, с которым он поссорился, и сын ушел. Вот, а дальше еще один диалог идет, который представляет из себя задание. Вижу, Тимоха, ты что-то хочешь спросить. Да, сталкер, хочу попросить тебя. Мне кажется, я уже знаю о чем. Короче, он просит найти сына. Сына Тимохи, вот попытаться разыскать сына Тимохи. Этот сын его, ну, с которым он поссорился, отправился в зону. И вот в зону пошел сам Тимох, и теперь хочет он его найти, но пока его не нашел. Если мы что-то узнаем об этом сыне, вот заданием, то мы должны сообщить Тимохе. Вот. Тимоха попросил, если я встречу его сына, поговорить с ним, сказать, что отец просит простить его и передать через меня весточку о том, что он жив. Вот так вот. Ну, это, наверное, будет, ух, как еще не сразу. Это такое задание наперед, на долгий период.
Так, ну и давайте еще поговорим с кем-нибудь из сталкеров. Здорово, это ты что ли новенький? Зайди к Сидоровичу, если был у него. Если не был у него, обязательно зайду. Плохо помню, что со мной было. Это вроде кордон? Точно кордон. Тебя еле живого нашли, рыжий притащил. Так что ты его должник. Ну и нам сразу приходит сообщение, собственно, от Сидоровича. Эй, новенький, очухался? Зайди ко мне в бункер, есть разговор. Ну, давай сразу побежим. Теперь мы очухались и... можем и бегать, и быстро перемещаться. Так. Есть что-то стоящее. Так. Приветствую, Сидорович. Может, объяснишь, как я сюда попал? Здорово, меченый. О, точно, будешь меченым. Сюда ты попал, на плечах рыжего. Он тебя нашел за мостом, полуживого. Как ты выжил, даже бог не знает. Обычно в грузовиках смерти только трупы. Ты единственный выживший. Возможно, зона тебя пощадила. Видимо, ты нужен для чего-то ей. Вот для чего вопрос. Пока можешь поработать на меня, в деревне поспрашать, вдруг кому какая помощь нужна, глядишь, копейку другую заработаешь. Старший у них волк, серьезный мужик, его ты заметишь сразу с бородой в комбезе, так и так далее. И он нам, кстати, предложил выпить, вот мы выпили. Он нам бесплатно выпивка, ничего себе, Сидорович, я думал, ты жадный. Так, ну и сразу мы спрашиваешь про работу, ну, естественно, флешку. Ну, тут, конечно, все диалоги по-другому оформлены, нежели как в ТЧ. Это уже хотя бы радует, хотя задание примерно аналогично. Так. Короче, задание немного... Сам смысл задания немного... Нафига ты эту дрянь тягаешь? Немного изменен. Ну, кстати, кушать захотели. Удачной охоты, сталкер. Вот такая тут анимация. Нам пришло еще сообщение от Сереги Кулака, который вот здесь стоит. Короче, задание заключается в том, что Толик и Шустрый... Ой-ой-ой-ой-ой. Ох. Что, сейчас должно сообщение прийти? О, твою мать, глава закружила, что-то совсем ослаб. Или Сидор паленки налил. Так. Нам сейчас... Задание, короче, заключается в том, что Толик и Шустрый... должны были донести флешку Сидоровичу, но они ее так и не донесли, и теперь нам нужно по очереди поговорить с каждым. Но перед этим давайте выполним задание. Так. Задание на часы кулака. Я думаю, все знают, где искать эти часы. Точнее, не то, что где искать, а все знают это задание. Довольно такое знаменитое задание. Ну, я его, по крайней мере, помню. Очень так довольно хорошо. И куда это мы запрыгнули? Да ладно. Прыжок тут, конечно, высоковат немного, но не суть. Часы у нас находятся вот здесь вот. Подбираем их, и все. Это я уже, конечно, вижу сразу же. Так, и еще кое-что. Так. Опа-на! А вот это уже прикол. В моем обзоре, который вы также можете посмотреть, я оставлю ссылочку в описании на этот мод. Там вот здесь вот у нас в этом ящике был артефакт, а тут его нету. Вот это прикол. Так, может быть, тут еще где-нибудь что-нибудь есть, но мне пока ящики разбить нечем. Так что возвращаемся к кулаку. Давайте отдадим это задание и получим неплохой дробовик. Сразу же. Вот только единственное, что у нас нет к нему патронов. Ну, это мы сейчас быстро отыщем. Так, ну а теперь давайте сразу же по сюжету отправимся. Так. Извиняюсь. Где у нас тут Толик, а вот и он. Давайте сразу поговорим с Толиком. У нас есть фонарик, да, чтобы получше видеть его. Ну, рассказывай давай. Давай. Прости, разговора не будет. Привет, Толян. Я хотел про флешку... Флешку спросить, которую вы Сидоровичу не донесли. Подколоть пришел, знаешь что, иди ты. Зря ты так, Толян. Ладно, не хочешь поговорить, пойду к Шустрому. То есть он как бы не отвечает нам, не хочет сознаваться. Что-то типа такого. Ну, давайте поговорим с Шустрым. Он у нас вот здесь спит, как обычно. Кстати, визуалы изменены. Обычно они все в шлемах, а тут у нас, видите, прям... Слушаю тебя! Лицо так прорисовано. Ну, неплохо. Короче, привет, Шустрый. Можем поговорить? Привет. А, это ты, счастливчик с грузовика? Повезло тебе. Согласен, повезло. А вот вам с Толиком не очень повезло, я прав? Да, уж и не говори. Мы с Толиком поругались из-за этого. Ну, тогда расскажи, где искать этих бандитов. Я постараюсь вернуть флешку. Сидорович просил рассказать все поподробней.
он уже не злится на вас. Толик не стал со мной говорить, может, ты расскажешь? Серьезно? Да что тут рассказывать? Мы с Толиком вышли на кордон, думали, что здесь то нам уже ничего не страшно. Решили обмыть свою удачу. Ну, а тут хрен вынес этих уродов. Главное у них звать Скунс, с мордой разрисованной. Хорошо, хоть не убили. Навешали тумаков, да хабар отобрали. Флешка была в рюкзаке заныкана. Эти козлы на АТП решили остановиться. Ищи Скунса, найдешь его, найдешь флешку. Ну вот и славненько. Пройду, проверю АТП на предмет появления там Скунса. Смеется. Ну все, в принципе, у нас аналогичное задание, но немного такой вот смысл измененного. Точнее, наоборот, смысл остался тем же, но оформление задания изменилось. Что ж, отправляемся-то на АТП, но перед этим я немного поищу, что у нас тут в деревне есть из интересного. Ну, некоторые тайники у нас остались стандартными. Например, вот этот. С аптечкой, естественно, но ради него мы потратили целых 5 патронов. Также у нас здесь лежит водочка, только аккуратнее здесь, так вот, чтобы не сгореть на костре, а то ХП довольно неплохо так отнимается. Также тайник в подвале дома, он также присутствует. Тут у нас консервы, правда, они всего лишь одни, что, конечно же, не очень хорошо, потому что в оригинале их было целых 5 штук. Ну, тут у нас также имеется 2 пачки консервов. Тут у нас вот стоит проводник, он может нас отвезти в разные точки кордона, это так, для справки. А вот еще один тайник, о нем, кстати, упоминает сам разработчик в описании к моду на сталкерских форумах. Вот здесь вот под листом металла у нас тут есть такой тайничок. Тут у нас... Ух ты ж... Что интересно она означает? Записка неизвестного. Здравствуй, неизвестный сталкер. Если ты читаешь эту записку, то значит, меня нет в живых. Я оставил в этой деревне пару нычек, тебе они пригодятся. И еще 2 на территории кордона. Найди их. Давай проверим твою сообразительность. Явных подсказок я не дам, но скажу, что один тайник внутри, второй внутри, второй наружи. Снаружи, наверное. Хабар в рюкзаках. Другие 2 нычки в ящиках. Обе в транспорте. Здесь я оставил тебе пачку дроби. Ведь ты же нашел первый рюкзак. Удачи, если ты взялся их найти. Угу. Ясно. Короче, типа такой дополнительный квест. Ну, как бы квест по поиску тайников, а от самих разработчиков. Ну что же, неплохо, интересно. Ну, на крыше дома у нас, естественно, находится артефакт. Кровь камня. Давайте сразу съедим бинт. И я отнесу этот артефакт сразу, собственно, Сидоровичу, потому что он нас родит, сколько я понимаю. Только где посмотреть? Я знаю, что он родит, потому что вот радиация плюс 2. Но он и здоровье прибавляет. Не знаю. Может быть, пока с ним побегать, даже его на пояс повесить, попробовать. Посмотрим, что будет. Я сохранюсь вот с этого момента. Ну, а дальше, если буду умирать, я просто переиграю и все. Ладно, еще дальше тайнички. Ну, на этом чердаке также имеется тайничок. Тут все по стандарту. Если мы перепрыгнем на крышу этого дома, то мы обнаружим здесь еще 2 бинтика. Также, благодаря такому вот низкому приседу, мы можем проникать куда угодно, можно сказать. Довольно просто. Тут у нас также 3 бинта. Ну, а эти яички я больше не буду развивать, потому что у нас, собственно, патронов-то и не осталось. Все. Мне жалко, ножа нету. Очень плохо. Ну, ладно, продолжаем. Ну вот, еще один тайничок. Он такой стандартный, но здесь вещи выпадают далеко не стандартные. У нас тут водка, опять бинты. Ну, бинтов хорошо, много. Вот патронов у нас к ПМу не осталось. Тут у нас консервы лежат. Так, а вот мы подошли к финалу. К финалу тайников. Тут у нас такой какой-то Никита. Он похож на какого-то такого вампира. И у него есть квест, но с этим квестом мы немного повременим. А самый главный тайник, вот, это у нас второй тайник. Тут у нас РГД. Обычная граната. Вот так она выглядит. Неплохо, да? Вот. Потом 20 патронов дроби. Плюс артефакт. Артефакт называется слизь. Он еще кровотечение у нас убирает немного. Вот. А вот кровь камня, кстати, хоть у нее она и родит, но радиацию она почему-то вот пока мне не прибавила. У меня ХП наоборот прибавляется, так как она плюс 100 здоровья. Наоборот, это очень хорошо, так что можем пока не бояться насчет крови камня. А это у нас второй тайник неизвестного. Вот видите, тут написано. В деревне он оставил пару нычек.
И вот во второй нычке у нас тоже дробь. Ну, а мы нашли все тайники в деревне, и теперь можем со спокойной совестью отправляться на АТП. Вот тут у нас уже никто не лежит, так как Толик у нас в деревне по заданию. Но вертолет у нас летит, как обычно. Что же, нам скажут что-нибудь? Нет, походу... Они... Так, как видите, не убрали эту сцену. Так, здесь у нас тайничок. В этом тайничке у нас 20 патронов. Одна аптечка, что, конечно же, ценно. И бит. Все остальное я трогать даже не буду, потому что это пустая трата патронов. Так, давайте заглянем в туннель. Сразу, чтобы не останавливать запись. Тут есть что-нибудь? Так, энергетик. Как странно выглядит. Такая замызганная банка. И тут у нас обычно патроны, да? Да, еще десяток патронов. Ну, даже 20. Что-то я не понял. Ну вот, мы патроны восстановили свои. У нас теперь, в сущности, есть патроны к дробовику и к пистолету. Ух ты, что это так тут пролагивает. Мы уже подходим к АТП. И сейчас будем убивать бандитов. Нам тут никто не сможет помочь. Кстати, на АТП у нас есть один из тайников вот этого неизвестного сталкера. И о нем также сообщено на форуме игры. Точнее, мода. В его описании там сказано, что тайник в машине. Ну и, собственно, в записке этого неизвестного сталкера обе в транспорте, то есть в машинах. Вот у нас на АТП есть один тайничок в машине. Ну вот, ребята, и показали мы тут всем, кто главный. Ну, это было довольно сложно. Но с помощью такого вот низкого приседа мы уменьшаем как бы площадь нашего тела, и попасть по нам сложнее. Но тут при каждом попадании начинает так башка вертеться, и вообще это очень усложняет игру. Зачем такая фишка сделана? Ну, не знаю, конечно, не мне судить. Довольно неудобно так играть, но, не знаю, насчет реалистичности тоже, мне кажется, это не прибавляет никакой толком-то реалистичности. Вот в Солянке, например, там просто сложно, потому что умные эти NPC. Ну, тут они тоже умные, да плюс еще так вот башка. Да, намучились, конечно, мы тут. Что это у нас за винтовочки такие? ИЖ-54. Что, у нас ничего не отображается? Почему? Непонятно. Так. Ясно, тут все, охотничье ружье и ИЖ. Чем они отличаются, я не знаю. Насколько я понимаю, охотничье ружье, наверное, получше будет. Так. Кого тут мы еще убили? Ну, вроде бы мы всех обыскали. Теперь нам нужно искать самого скунса. Я вроде бы что-то... Так, это у нас аферист, но у него и даже лицо не раскосое. Так, это у нас... Тёмка Сусани, ну вот. Нам нужно искать некий... Так, это у нас... Тёмка, чё-то они все тёмки, а? Вот он, скунс. Так. Чё ж ты не переворачиваешься? Так, давайте его оттащим. Всё, всё, мне больше не надо никого. А ты давай переворачивайся. О-о-о. Вот. Да, у него лицо такое раскосое. Но где у нас записка его, да? Вот записка скунса. Недавно обули двух лохов. Забрали рюкзак, а я его пока спрятал на элеваторе, наверху. И, так, по скриптам. Это памятка, а то что-то забывать стал. Видимо, водяра, сука, влияет на мои мозги. Так, ну, в принципе, хабарка мы немного поднабрали. У нас даже вон дымовая граната и две РГДшки есть. Патронов у нас как было, столько и осталось. Немного прибавилось патронов 9.18, и также появилось МП-5. Ну а сейчас я поищу тайник в машине, который здесь находится, этого самого неизвестного. Короче, не нашел пока никакого тайника в машине. Ну, не знаю. Может быть, я, конечно, что ошибся. Сейчас мы направляемся на элеватор. Само собой, там мы... Так, вот на задание. Заброшенная мельница. Где-то здесь последний раз видели пропавшего братка. Подождите. Какого пропавшего? Я не понял. Ой-ой-ой, коты какие-то. Мне не нужно здесь никаких стычек ни с кем.
Мне нужно прочитать записку. Так, вот она. На элеваторе наверху. Спрятал на элеваторе. А почему у нас здесь тогда... Непонятка такая. Так, это у нас... Переход на болото. Ну, ладно. Давайте поищем здесь на элеваторе. Наверху. Ух, тут как все изменено. Ну ладно, я когда найду... Я когда найду, я вам покажу обязательно. Ну, здесь с тайничками все как обычно. Тут даже вот есть патроны у нас. Патроны 5.45. Круто, чё. А вот и наша нычка. Я как и предполагал, она находится у нас здесь. Вот, ну, в принципе, где ей еще быть. Так, давайте как-нибудь сюда спустимся. Сюда, коп. Так, у нас тут флешка. Вот она, эта самая флешка. И... Ух ты. Мечный, подходи, есть тема, только с Сидором закончи, а то он обидится. Так, и прям такая музыка... Тихо. Музыка сразу прям такая. Так, ну что же, возвращаемся к Сидоровичу. Ух, тут прям живность. Прям так сразу оживилась, как только мы нашли. Ой-ой-ой. Давайте выпьем. Ой-ой-ой, все, побежали. Слава богу, у нас есть энергетик. Покушаем. На бегу прям, да? Ух, как залагал-то, надо прогружать у нас. Что так прогружать, что жестко, а? В принципе, я знаю ответ. Мой компьютер. Так, нам еще сразу же пришло сообщение от кулака. Вы его видели, нам потом с кулаком надо будет поговорить. Но сначала давайте поговорим с Сидоровичем. Что нам предложит? Так. Действие уже прошло, наша энергетика. Так, здорово, Сидорович. Вот, ты быстро, неужели нашел? Вот твоя флешка. Ой-ой-ой-ой-ой. Фух, я думал уже вылет, ну ладно. Неплохо, Мечник, совсем неплохо. Теперь тебе можно и более сложное дело доверить. 700 рублей, нож, отлично, нож и бинокль. Это, конечно, круто. Сидорович, а может, чего интересного подскажешь? Ты же в зоне уже давно, да и насчет ремонта. Да и насчет ремонта, может, у вас на кордоне подлататься? Чего тебе сказать, на кордоне тоже небезопасно, это во-первых. На блокпост не вздумай нападать, это во-вторых. Аномалию видел, это моя гордость. Аномалию видал, это моя гордость, это в-третьих. Какую аномалию? Ладно. Ну и напоследок. Под мостом военных их тоже трогать нельзя, они мне еще понадобятся. Подремонтироваться можно в подвале рядом с волком, есть ремонтик. Ремонтник Федька Мотор. Личность своеобразная, сам увидишь, но мастер от бога. Кстати, он искал человека, ему что-то нужно. Ладно, буду предельно осторожен, к Федьке обязательно зайду. Никакого Федьку я не видел, но сейчас он, конечно же, отспавнится. Что, хвосты кап... Так. Нет, это мне не надо, такие мелкие задания я не буду делать. Может, Аник подскажешь, какой? Есть на кордоне тайничок, в тоннеле найдешь. В тоннель... А тоннеля здесь немного, так что... То, что в тайнике... все твое, нормально. Вот за это большое мерси, поищу тайник. Может, еще работа есть? Я дам тебе 5 штук, он мне заплатит. Опа-на. Так. Братан, короче, ты не врубаешься? Мы взяли задание на мне разговор нужен с бесом. Реальный товар. И, собственно, Сидорович нужны документы. Короче, взяли задание на поиск документов на свалке. Собственно, эти документы, про эти документы надо спросить у беса. Так, также мы взяли... Ну, не взяли, ну, а просто... Удачной охоты, узнали о тайничке в тоннеле. Я думаю, все знаем. Вот здесь вот находится тоннель. Правда, может быть... Так, ну что такое? На болото? А, не знаю. Может быть, правда, в этом тоннеле. Но я и правда не уверен. Мне кажется, все же здесь. Так, ну, а теперь... Теперь мы куда отправимся? На свалку, что ли? Я, правда, даже и не знаю, потому что... А, точняк, еще с Серегой Кулаком нужно поговорить.
Потому что у нас тут путь такой, как бы, фриплейный, поэтому меня это очень радует. Я могу выбрать, что мне сейчас делать. Ну, этот выбор я уже буду делать в следующей серии. А пока, кому понравилось, подписываемся, ставим лайки. Всем пока, сталкеры.